В моей семье ко Дню Победы отношения искренние и серьезные. Дед вспоминал, в 41-м заканчивал первый курс Красноярского института и хотел на войну, но его направили поднимать заводы каменщика. Позже он все-таки был перенаправлен в истребительный противотанковый дивизион. Сначала под Курск они были во втором эшелоне, а затем в Черкассы, где от их дивизии осталось 20 человек. День Победы встретились с товарищами в Берлине.